Сегодня Мордовское управление по контролю за оборотом наркотиков отмечает 27-ю годовщину создания службы. В 1991-м в МВД появилось специальное антинаркотическое бюро. За это время служба успела сильно измениться. Если раньше полицейским активно помогали сотрудники наркоконтроля, то сейчас служба в одиночестве борется с незаконным оборотом наркотиков в России. Только в Мордовии за неполный год пресечены десятки каналов поставки в регион наркотических веществ. Изъято больше 20 килограммов наркотиков. Нами задерживались лица, которые пытались здесь наладить бесконтактный сбыт наркотиков синтетического происхождения. Да, это очень страшно. Начиная с Ханты-Мансийска, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Сахалин, Хабаровск, Челябинск, Москва, Подмосковье, Калуга, Ярославль. Я сейчас буду перечислять, мне кажется, это как раз полсубъектов нашей Родины, да, пытались вот сюда свои щупальца запустить. За успехи в последних операциях по задержанию курьеров, везущих в республику наркотики, были награждены бойцы спецназа и оперативники, которые разрабатывали сложнейшие операции. Вы делаете очень важную и нужную работу для всех нас. Вы мало говорите, но много делаете. Отдельной благодарности удостоены сотрудники не силового отдела, потому что исключительно силовых методов борьбы с наркоугрозой не хватает, признаются в МВД. Подростки испытывают беспрецедентное силовое давление. Научить говорить «нет» первой дозе их пытаются также сотрудники этого подразделения. Юлия Парунова, Павел Толобаев. Наши новости.